На 64-м году ушел из жизни советский и российский артист балета и хореограф, солист и художественный руководитель балетной труппы Красноярского театра оперы и балета, народный артист Российской Федерации Александр Куимов. Александр Эдуардович Куимов родился 24 мая 1958 года в Перми. В школе занимался гимнастикой. В 1977 году окончил Пермское хореографическое училище, педагог М. Миргарипов. По окончании училища несколько месяцев работал в Пермском академическом театре оперы и балета. С сентября 1977 года выступал в Красноярском театре оперы и балета. Будучи солистом, исполнил около 50 ведущих партий. Среди его работ – Зигфрид и Ротберт, Вожак, Барышня и хулиган, Хозей и Тореадор, Кармен Сюита, Альберт, Солист, Пахита Базиль, Спартак и Крас, Принц, Щелкунчик, Салор, Франц, Одиссей, Одиссея, Квазимода, Клод Фроло и Фёб, Иван, Конёк Горбунок, Адам и Бог, Сотворение мира, Ромео и Тибальт, Вацлав и Гирий Шахрияр, Тысяча и одна ночь, Иуда, Иисус Христос, Суперзвезда, Аким, Царь Рыба, Крион, Царь Эдип, Ганс, Лесничий, Жизель.